Привитос, амигос! В данном видео мы затестим вот этот необычный танк. Это огненный дракон! Нет, чуваки, это объект 187. Это премиумный танк, и поставляется он в ангары покупателей в двух типах расцветки. Либо он покрашен традиционно, либо... стильно, модно, молодежно. Трудно сходу не заметить его внешнее сходство с Т-90, а все потому, что объект 187 и объект 188, будущий 90-й, разрабатывались параллельно в рамках работ по усовершенствованию Т-72Б. Данная модель 72-ки апалась в объект 187 силами Уральского конструкторского бюро. При работе над 187-м, в отличие от 188-го, конструкторский коллектив, возглавляемый Поткиным Владимиром Ивановичем, заложил в конструкцию танка более глубокие изменения в сравнении с исходной конструкцией 72Б. Радикальным решением являлся отказ от навязанного в конце 60-х Тагильскому конструкторскому бюро революционного дизайна корпуса танка Т-64. Компоновка претерпела небольшое разуплотнение, это положительно сказалось на эргономике и на защите верхней лобовой детали корпуса. И если вы посмотрите на 187 и 90 в арматке, вы увидите, что морды корпуса у танков разные, а также по ТТХ лобовая броня 187 толще. На момент разработки объект 187 оснащался самой современной системой управления огнем. Основное вооружение танка — 125-мм гладкоствольная пушка повышенной баллистики. Броня танка была дополнена новым комплектом динамической защиты, прообразом современного комплекса универсальной динамической защиты «Реликт». Схема защиты дополнялась решетчатыми экранами и комплексом электрооптического подавления «Штора». Уральское конструкторское бюро предприняло огромные усилия в попытке поставить объект 187 на вооружение. Но несмотря на успешные испытания и высокий технический и боевой потенциал, Министерством обороны танк принят так и не был. К сожалению, вечно тяжелая экономическая ситуация в нашей стране диктовала свои условия. И в очередной раз весы качнулись не в сторону перспективной машины, а в сторону более дешевой и простой. Но в арматке, как вы видите, танк поставлен в строй, и его заценку мы сразу же начнем с моих теперь уже любимых тестов ходовой. Ну что ж, подкатываем к стартовой полосе и понеслась. Сразу скажу, что на танк можно устанавливать один из двух типов двигателей. Либо дизельный на 1200 лошадиных сил, либо газотурбинный на 1250. Честно говоря, змейку танк прошел так себе, видал я танки и поманевренней. Ну так вот, в чем же, собственно, разница между дизелем и газотурбинным движком? В игре это вылилось в то, что дизель с места разгоняется до 32 км быстрее, а у нас тут дедушкины какунасы. Замедляемся, проползаем, экипаж втягивает голову в плечи, все отлично, и впереди нас ждет лежачий полисмен. Ну так вот, кроме разгона, по всем остальным параметрам дизель газотурбинки успешно проигрывает. Максимальная скорость у газотурбинного двигателя на 5 км выше, и также он быстрее на 4 секунды достигает этой самой максимальной скорости. А у нас тут тем временем лучший участок трассы — Самара-Воронеж, и танк замедляется еще сильнее. А ведь это, на минуточку, дизель, газотурбины здесь бы походу вообще встал. Собственно, между тагильскими и уральскими танкостроителями шли определенные споры насчет того, какой же двигатель для танка лучше, газотурбинный или дизельный. Ну а что ж, болтов почти не растеряли, гусеницы не слетели, и впереди у нас Чапаевский рубеж. Машина под угрозой затопления, но успешно выбирается из этой лужи. Теперь въезд во двор жилого дома, яма преодолена успешно, и теперь у нас прямая взлетная полоса. А это значит, что на этом и следующем прямом участке, которые, собственно, занимают, наверное, даже большую часть полигона, газотурбинный двигатель зашел бы лучше. И, возможно, скорее всего, этот танк на газотурбинном двигателе показал бы лучшие результаты. И, черт возьми, эта мысль не дает мне покоя. И я вот что предлагаю: вместо того, чтобы смотреть, как этот танк уныло катит к финишу по прямой, мы сразу перейдем к концу теста, посмотрим время и посмотрим, насколько быстрее или медленнее трассу пройдет этот же самый танк на газотурбинном двигателе. Ну что ж, и вот газотурбинный 187 уже на старте, тот же экипаж, тоже оборудование, все то же самое. Слева сверху вы видите повтор прохождения дистанции танка на дизеле. Итак, сразу хочу сказать, что змейку с газотурбинкой проходить намного проще. Да, один из плюсов газотурбинного движка — это поворачиваемость корпуса. И посмотрите, насколько газотурбинный танк начинает опережать дизельный. Он уже на первом лежачем полицейском. И только спустя 2 секунды его преодолевает дизелек. Может быть, на дедушкиных кокуносах дизель догонит. Да, действительно, дизель проходит кокуносы, на мой взгляд, быстрее, но все-таки газотурбинный движок снова вырывается вперед. Сказывается то, что единственный козырь дизеля в виде разгона до 32 км в час не так уж и решает. Но, может быть, трасса Самара-Воронеж сейчас уравняет их шансы. Нет, посмотрите, как газотурбинный буквально влетает на эти колдоебушки. 1250 лошадей на газу и турбинах прут танк по этим кочкам. Но смотрите, сейчас он практически встал и еле-еле ползет. Видимо, в начале танку помог некислый разгон, но теперь дизелек его практически догнал. Посмотрите, насколько сократилась разница. Но на этом все. Больше испытаний, связанных с плохими дорогами, не будет. Чапаевский рубеж отлично. Буквально почти половину танк просто перелетел. Яма, никаких вопросов. Ну и, собственно, все. Впереди остались только прямые, да один единственный подъем. Ну, давайте посмотрим, какое время будет у машин, когда они преодолеют трамплин, а потом уже на итоговые результаты. Вот газотурбинный уже перелетел. Минута 39. Дизель только подъехал. И там у него минут 43. Ну, без пары копеек. Ну и к финишу, само собой, разница увеличилась еще больше. Внизу вы видите итоговое время дизельного движка. 2 минуты 21 секунда ровно, и газотурбинный, благодаря большому количеству прямых, выигрывает его на 9 секунд. Сказать, что дизель соснул, ничего не сказать. Ну что ж, вы сами все видели. Лично у меня даже не встает теперь вопрос, какой движок лучше ставить на этот танк, газотурбинный или дизельный. Однозначно газотурбина. Вообще испытания не очень честные, там слишком много прямых. Наверное, имеет смысл делать какую-то отсечку после вот этого последнего трамплина, потому что, ну, получается так, что победят те танки, у которых просто тупо максимальная скорость выше. Также напоминаю, что абсолютным чемпионом на данный момент является Черный Орел, который вообще прошел эту трассу за 2 минуты, 8 секунд и 400 тысячных, насколько я помню. На данный момент это лучший результат, но мы еще не все испытали. Вообще, пишите в комментах, какие танки бы вы хотели увидеть на танкодроме, на скоростных испытаниях. Возможно, имеет смысл запилить ролик просто по самым быстрым танкам отдельный. Но чтобы не делать переобзоры прям полные, потому что... Ну, я сомневаюсь, что как-то что-то сильно изменилось по тем танкам, которые я обозревал ранее. Также хочу заметить, что премиумный танк, в данном случае вот мой, должен иметь в игре льготный уровень боев, и по возможности он его получает, но вечером возможности такой, как видите, нету, и половина команды состоит из 7. Встретится сейчас объект 187 со своим бывшим конкурентом 188, он же Т-90, от которого он по некоторым параметрам успешно даже дрюкает, скажем прямо. И, в общем-то, поглядим, кто кого забодает. Я надеюсь, что мой красный, ярко-красный камуфляж добавит мне овер 100-500 скрытности, как это и должно быть, конечно же, в зеленой траве. Я вообще не знаю, честно, для кого. Танк этот вообще позиционировался как какой-то прием акционный на китайский Новый год. Давай 80-ка, разрулим эту ситуацию. Нет. Опа, где? Оп. Ох, и меня он не пробил, и я не пробил. Вот это да. Сука, пиксель-хантинг, ты ли это? Нет, не я. А жалько, весело тогда было, Рубалова. Ну, видите. Опа, только не, я не полезу. Так, вот они, выстрелили друг в друга. Чекалдыкнули мы его на 681 единицу, сука, твою мать, дамага. Дэн 3 семерки, Дэн джекпот альф. И сейчас я попробую сходу с вертухи забрать, смотрите. Готово. Но перед этим он, правда, выстрелил и испортил мне ощущение от этой победы. А тут лавочка зашла. Лавочка-шалавочка с ником Чайник и просто расстреляла к чертовой матери моего кореша на 80-ке. Да, на данный момент ИТшки очень опасные существа в этой игре. Они просто неоправданно разогнаны в дамаг. Ну, типа, они должны быть истребители танков все-таки, но, бля, не настолько. Они просто насовывают танком за щеки. Хотя меня не пробивает, потому что батя опытный ромбователь. И сгори в аду, су... Бля, батя просто втащил ему камулем. И у лавки немножко пригорело. Команда сливается. Очень жаль павших товарищей. Твою мать, а? Ладно, будем мстить. Блять, что такое? Я уже до чего? Сколько я пропустил всего в развитии арматы? Почему я не слился-то, ёпты? Так, и я тут остался один, походу, и меня, может быть, в облачко прикроет. А может быть и нет. Башня. Погон башня. Отъехал. Господи, вобла, давай что-нибудь делай. Сейчас засыпемся. Блять, надо жопу... Лавка приехала. Бам! Лавка танкует. Мы на лавке, мы танкуем. Бля, дымы не вовремя. Вобла! Нахер туда же просто. Все, в разнос. Бля, повреждение узла. Да как так-то? А он как... Ну все, посмотрите. Просто бандерлоги меня сейчас загрызут. У меня даже башня не успевает подвинуться с 80-ки. Получи гол престижа. О, бля, ну только не БМД. Хер вам. За... Грызите песос. Ну с такой командой... Хер, что сделаешь, серьезно. Это как если бы Криштиану Рональдо играл, блядь. В торпеде, блядь, в московской. Он бы там тоже ни хера не тащил, поверьте. Даже если, не знаю, Рональдинья, блядь, в сборной России бы, сука, на чемпионате мира по футболу зажигал, как в свои лучшие годы. Ни хера бы не помогло. Если, блядь, Бартес у нас, сука, на воротах стоял, не знаю, не помогло бы. Как ловко я себя сравнил, да, со всеми этими людьми. Даже если против Тайсона, блядь, с ломом выходили. Ладно. Ну вы поняли, все печально. Ну что ж, как видите сами, в армате сейчас дефицит игроков с прямыми руками и стратегическим мозгом. Ну а танк вполне себе очень даже неплохой и в чем-то даже незначительно лучше. Типа на 30 мм у него брони больше во лбу. Но в реалиях игры это, конечно же, цифра ни о чем. Потому что, во-первых, в то место никто вам не стреляет. Во-вторых, 30 мм это не та цифра, которая в этой игре роляет. Особенно на этом уровне. Ну и на этом, в общем-то, все. Пишите, что думаете, что-нибудь жмите. Спасибо за внимание. До новых встреч и все такое.